Не встать, говорит, теперь. Нет, смотри, встали сюда. Пёс, теперь ты пошел за мясом? Да, помочь, говорит, надо. Пойдет. Может, ты мне сначала миску вернешь, Тонину? За мясо я тебе не разжевает, за это. Ну, ты ящик-то не ломай, друг. Понятно. Вот так. Да, а вот эти, ну... Да вряд ли. У него сил-то нет, а, что-то. Во, мясо. Да а то давайте обратно все. Не, он не сможет. Он добытчик, добыл. Вот так, говорит, надо изваляться, как настоящий медведь. Кстати, а Галичья гора, у них там заповедники в этом проживают лоси. То есть, по сути, да, если каких-то животных, можем, они нам тоже могут быть полезны, в том плане, что если, допустим, лосят отведут куда-то, откуда-то, чтобы, например, к ним кто-то заповедник, там у них же научная станция. Алиса сегодня прям пир. И я, говорит, ем мясо. Тинька, я тебе даю мясо, ты не ешь, а тут грызешь. А тут Тинька, знаете другую косточку? Смотри, она такая вкусная. Добыча. У Алисы сегодня будет пир.